Друзья, всем привет! Я в Купино приезжала к онкологу. Все, врача прошла. Выкупила все лекарства, какие положено, какие он написал. И пошла узнать насчет парикмахерской. Видите, какая лохматая. Мне нужно подстричься. Я здесь иду по аллее, ну, по тротуарной дорожке. Ой, рука трясется, вот так, наверное, надо. Здесь такой тенечек, комфортно. И погода сегодня и не жаркая, и не холодная. В общем, очень комфортно. Сейчас я немножко пройдусь до автобусной остановки и пересяду на автобус, потому что пешком идти очень далеко. Возле дворов вот такие палисадники. Люди сажают цветочки. Вот здесь, пожалуйста. Вот так вот. Прямо на улице разбивают клумбочки. И возле дома вот так высаживают цветы. Вот. Это вот мне нравится. Это молочай, окаймленный называется. Вон он, насколько красиво очень. Видите, как красота. Ну все, я пошла туда дальше. Покажу вам по дороге что-нибудь. Тополя, видите, какие интересные растут. Я забыла, как они называются. Какие-то как шелковые, что ли. И видите, они как заостренные такие вот. Красиво так смотрятся. Я вначале думаю, интересно, что это за дерево. Мне сказали, это тополь, вот какой-то шелковистый, что ли. Что-то такое. И по Купину очень много их насажено. Прохожу мимо школы-интерната. Здесь везде детские площадки. Все здесь сделано для детей. Парковая зона. Так, здесь вот цветы насажены, но они еще такие маленькие. Чернобрызцы, по-моему. Здесь все ухожено. Все красиво, хорошо. Вот такая вот школа. Сейчас покажу середину. Здесь вот так у нас. Автобус он пошел. Мне бы на остановку не прозевать автобус. Сейчас он вернется. Вот, видите, петуни какие красивые. Очень. Здесь алисум. Алисум розовый или как? Как правильно. Но красиво здесь. Такая вот школа-интернат. Вроде бы так называется. Добро пожаловать. Все огорожено. Все ухожено. Здесь вот такая-то. Это тоже ихняя зона. Через дорогу магазин. Вон какие петуни красивые вообще. Замечательно. Ой, здесь такой же колодец, как у нас в деревне, я вам показывала. Только покрашен по-другому. У нас в деревне тоже сельский житель сделал. Видите? Все красиво. Ну, сейчас буду идти вот так вот вам по мере возможностей. Уже скоро остановка. Буду показывать. Здесь уже это не центр, это как бы уже выезжать на выезд из города. Но здесь довольно-таки вот оживленно. Здесь вот кольцо такое. Здесь фотографируются молодые. Совет да любовь. Сердечко, лебеди. Ну вот, косят траву рабочие. Ухаживают. Туда улица, вот там на рынок пошла.
Так, ну я иду, по-моему, я автобус уже прозевываю. Он меня догоняет, я не успею до остановки. Так, это Купинский кинотеатр «Сибирь». Вот, пожалуйста, здесь вот рядом магазин аппетитный. Там шиномонтажка. Рядом магазин, по-моему, бытовой техники. Я даже не во всех магазинах была. Здесь двухэтажное здание, музыкальная школа. Остановка такая у нас, видите, крытая. Хорошие остановочки такие. Ну, здесь уже пооживленнее пошло. Сейчас вам покажу церковь. Вот у меня платочка с собой нету, я бы в церковь зашла. Автобус я уже прозевала, он меня обогнал. Ну ладно, буду вам показывать, что у нас хорошего есть в Купино. Вот такие у нас двухэтажки, да? А рядом они, каждый, ну кто хочет, огораживают и делают приусадебные участки для себя. Выращивают овощи. И, ну, наверное, кому земли хватит. В общем, облагораживают территорию. Здесь вот так у нас делают. Там люди поливают. Ухаживают за своими участками. И цветы здесь садят. Вот, видите? Помидоры уже какие. Ух, как хорошо. У людей помидоры прям висят. Не то, что у меня нифига нету. Здесь я огурцы. Вон, смотрите, помидорки вам, наверное, не видно. О, молодцы какие. Но у них не было града. В Купино града не было. Здесь вот, пожалуйста, за огородчиком. Вот такую красоту, чтобы земля не зарастала бурьяном. Вот такую красоту высадили. Эльфиниум, наверное. Это алисум белый. А это, наверное, хризантемы, что ли? Наверное, многолетние. Вот. И вот здесь, видите. И там следующие также. Все везде садят, облагораживают. Сейчас немножко пройду и покажу вам церковь. Даже картошку здесь садят. Видите, чтобы трава не росла. Посадили картошечку. Цветочки здесь, василечки. Картошечка уже подсыхает, наверное, скороспелка. Вот. Люди стараются. Молодцы вообще. На таких маленьких крохотных участках выращивают. И так вот до конца, до конца. А здесь картошка. Ну, а здесь я поворачиваюсь. Это кольцо. Вот это вот кольцо. Ну, кому куда, в общем, разъезжаются здесь. Вот. Это наша церковь. Вот нет у меня платка с собой. Я давно хочу зайти в церковь. Надо как-то с Вовой приехать сюда. Рядом вот магазин «Фруктовый рай». Там фрукты продают, овощи. Там очень красиво на территории. Я уже не перехожу дорогу, потому что тут надо по дорогу переходить по пешеходному переходу. Это вот кольцо, оно тоже у нас. Там петуни. За ним ухаживают. Травку подстригают. И все, сейчас я буду заворачивать. В центр. Пойду в центр. В общем, ладно, пешком сегодня хожу. Друзья. Хотела в магазине, если зайду в магазин, поснимать. Но я вот как-то стесняюсь с телефоном ходить. Снимать все. Мне неудобно. Ой, какие шафраны красивые. Уже тут все цветет вовсю. Сегодня видео у вас будет длинное. Ну и что? Посмотрите. Я так Купино еще конкретно не показывала. Вот это все время читаю бонзай. Что такое бонзай, вообще понятия не имею. Я здесь не была ни разу. Рядом магазин «Пятерочка». Аптека рядом. В общем, мне так хорошо. Я иду одна. Никто меня не гонит. Там быстрее, быстрее, давай быстрее. Как вот поедешь с мужиками. Они же не любят. Ух ты, какая лилия. Гляньте, какая лилия высоченная. Ого. Какая я такую не видала. Какая высокая-высокая.
быстрее, торопят. А это я иду себе потихонечку. Пятерочку я уже снимала как-то. Ну, аптеку мне. Так, тут еще мебель. Я здесь диван покупала год назад в этом магазине. Ну, пятерочку я не буду заходить. Это что это здесь? Тут есть и парикмахерская, но здесь все по записи. Здесь очень трудно попасть. Такое красивое здание. В общем, в центре встретимся с вами. Тут оживленно. На минуточку буду останавливаться, вот так вам показывать. Это все возле вот таких вот двухэтажек. Все, люди огораживают. Ой, как хорошо, что я пошла пешком. Сейчас я устану от городской суеты. Домой приеду и буду отдыхать. Буду говорить, как они там живут. Нахожусь сегодня. Вот красота какая. Вот, пожалуйста, тут все везде огороды, огороды у людей. Люди чем-то занимаются, не сидят в комнатах. Так, вот такие остановочки. Рабочие, пожалуйста, траву косят, окашивают все. Город живет. Ну и лопух тут вписался, как без него. Мальвы целые. Целые заросли мальвы. Вот я из-за чего их не люблю, что потом вот это все надо вырубывать. Все это надо вытаскивать. А так красиво. Так, магазин «Совенок». Это детский магазин для ребятишек. Тоже все красивое. Усадьба. Ух ты, а это эти... как их называют? Елочки. Кохи. Красивая. А здесь вот другой, наверное, сорт. О, как интересно, замочек. А что это такое? Наверное, дерево какое-то желаний. А что это такое с замочком? Это что, дерево какое-то или что это? Просто так? А, для красоты. О, ребятишки. Все, я пошла дальше. Ну, здесь вот эта сторона, двухэтажки, двухэтажки. Уже я подбираюсь ближе к центру. Открылся новый магазин. Как он называется? Что-то «Заходи» называется. Но я ни разу там не была. Во всех магазинах я не была в новых. Вообще тут очень много магазинов, где я не была. Рядом магазин «Строй Папа», но здесь я была. Здесь хозтовары. Такие тележки хорошие. Моя вся изломалась, и тележка. Даже цену не знаю. Сейчас пойди не докупишься до этой тележки. Магазин «Магнит». Я была, ну как сказать, 100 лет назад, уже не помню, как там еще. Так, а мне нужно сюда. Второй этаж «Фикс Прайс». Тут и парикмахерская была. Надо узнать, работает она или нет. В общем, здесь огромный магазин. Но с телефоном я туда не пойду. Начну снимать, что меня там выкинут оттуда вместе с телефоном. Я как-то боюсь, я стесняюсь. В общем, я пошла сюда, надо перейти дорогу. Хочу показать вам зону отдыха, парк Купинский. Но он закрыт. На ремонт закрыли. Туда проходить нельзя. Вот. Смотрю, фонтан не работает. В общем, тут все так красиво. Я думала, туда пройду вовнутрь, вам покажу все. Ну, технические работы какие-то проводят. Это магазин «Светлана». Но я туда не иду. Так, рядом Дом культуры. Тогда покажу Дом культуры вам. Вот. Девочки, я вышла с фикс-прайса, мокрая как мышь. Там такая духота. Там вообще дышать нечем. Я вся вспотела, там пахнет какими-то, не знаю, красками или чем. В общем, на кассе продавец стоит, говорит, мы тут мучаемся, по 11 часов стоим, мучаемся, представляете? Говорит, ладно, хоть платят. Это ужас. В общем, я туда маленечко пройду, вам покажу Дом культуры.
Друзья, я села и сижу. Я устала. Я хочу домой. Парикмахерская там не работает. Там написано, до 1 августа она в отпуске. А здесь в центре. Там, наверное, все по записи. В общем, вот это дворец культуры наш купинский. Вот. Сейчас, ну, встать придется. Круговую вам вот так вот покажу. Я уже его снимала тоже в том году. Через дорогу библиотека. Ну, здесь цветочки, цветочки, цветочки тоже. Деревья. Это рябина посажена. Вот. А вот это что? Что это за цветы? Не знаю. Как трубочка заворачивается. Цветы какие-то интересные. Что-то я таких не знаю цветов. Такие хорошие, зеленые стоят. В общем, парк не работает. Когда парк работает, там народу много. Там фонтан, там ребятишки качаются, бегают, прыгают. Но сейчас не работает. Ну вот. Вот здесь моя будет, как сказать, завершающая съемка. Все, сейчас отдохну немножко. И нужно выдвигаться домой. Чтобы за мной приехали и забрали. Какие красивые лилии, посмотрите. Это еще не раскрылось, я полураскрытая. Так мне нравится, ну там кошечки меня оборвали. Ну, красота. Осталось посмотреть, какая цветом вот это, что за лилия. Но очень красивые. Слава богу, с дровами покончено. Пока я ездила, все, их перерубили. Ну так, прилично получилось. А вот эта самая тяжелая кучка, ну, она напополам такие толстые, на баню пускай будут. Вот эти две чурки оставили. Ну, может быть, мясо рубить, не знаю. Для чего-нибудь они нам пригодятся. Теперь сложить. У нас сегодня что-то пасмурно. Завтра, может быть, кто-то говорил, что на завтра дождь. Дождик, может, пойдет. В общем, теперь еще одна работа нам. Сложить дрова. Пахнет дровами. Я так люблю, когда дровами пахнет. Но я там приготовила банки. Я еще с утра их намыла. Скупина приехала, выпила таблетки. От головы. Голова заболела страшно. Я зажарилась. У нас как-то душно, пасмурно, душно. Прям. Ну, тяжело организму. Теперь что? Я там банки, сказала, приготовила. Вишню сейчас разложу по банкам. В общем, закрыть мне надо компотик. Ну и... А, еще я протравила еще картошку с больной головой. Ходила еще на картошку. Думаю, а то дожди начнутся. И жуки мои не сдохнут. В общем, я протравила картошку. И сейчас пойду заниматься компотом. И буду с вами прощаться. Я сегодня вам показала Купино. Ну, не все, конечно. Где ходила, там и показала. Всем желаю крепкого здоровья. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.